поезда и упала в океан. Сообщили южнокорейские военные, ракета на высоте 7700 метров преодолела расстояние 3700 километров. Этого более чем достаточно, чтобы достичь американского острова Гуам в Тихом океане. Жители некоторых северных регионов Японии утром в пятницу разбудили сирены. Кроме того, на телефоны людей пришли сообщения с инструкциями спрятаться в домах или подвалах.